Всем здорово, ребят, сегодня очень важный видеоролик для каждого из вас, ведь на сегодняшний день появился новый способ обмана, о котором знают единицы. При этом могут обмануть абсолютно любого человека, мошеннику даже не придется с вами как-либо взаимодействовать. То есть вы даже не поймете, кто и как вас обманул, каким бы ты внимательным ни был. Поэтому, ребят, моя задача толкнуть это в массы, дабы не происходило неприятных случаев. Ну а я желаю всем приятного просмотра и аппетита, кто кушает. Let's fucking go! Ну и как всегда, абсолютно в каждом видеоролике разыграю по 2000 Majesty коинов на любом серверов. Для участия вы должны подписаться на канал, поставить лайк под этим видеороликом, написать статик и сервер, на котором вы играете, ну а также вступить в мой дискорд канал. Там ты найдешь много полезной информации, таблиц, гайдов и карт на Majestic RP и много различных розыгрышей. Ну а если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании, регистрируйся, вводи мой промокод Москвин, он тебе даст 20 тысяч баксов и 7 дней платину VIP. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Ввести его можно при регистрации или в чат командой /промо-москвин. Ну а я буду начинать. Let's go. Ну что, ребят, перед тем, как я начну рассказывать, хочу попросить каждого из вас не полениться и помочь мне толкнуть данный видеоролик в массы, чтобы все знали об этом и не попадались на неприятности. Все, что нужно от вас, так это лайк, комментарий, подписка на мой канал и обязательно досмотреть этот ролик до конца. Это очень сильно забустит данный видеоролик и тем самым он дальше пойдет по рекомендациям. Поэтому, ребят, я буду каждому благодарен в продвижении видеоролика. Ну что, сильно затягивать не буду, давайте начинать. Итак, все прекрасно знают, что из открытого багажника у вас могут украсть вещи. Поэтому все привыкли сначала закрывать двери автомобиля, а уже потом открывать свой багажник. Но суть чуть не в этом. А что если я вам скажу, что даже закрытые двери у вас могут забрать абсолютно все вещи с вашего багажника? Я думаю, уже многие поняли, о чем сегодня пойдет речь. В одном из своих недавних роликов по лайфхакам я уже упоминал данный способ. Но не задумывался в тот момент, что это все очень даже опасно и нужно срочно записывать отдельный видеоролик, дабы игроки не теряли свои вещи в самый разгар летнего пропуска. И поверьте мне, в такой ситуации никто бы не хотел оказаться. В общем-то, с недавним обновлением на Marketplace завезли новый раздел под названием «Аренда транспорта», в котором игроки, как бы странно это ни звучало, сдают свои машины в аренду. Так вот, любой игрок, который зайдет в данный раздел и арендует любую машину, он как бы становится временным владельцем тачки. Понятное дело, что он ее продать и затюнить не сможет, но зато получит полный доступ к тачке, в том числе открывать багажник, в котором могут находиться очень много различных и дорогих вещей. Тем более, когда идет летний пропуск и многие просто скидывают свои шмотки в багажник, так как просто-напросто нету места. Ну согласитесь, вы открываете Marketplace, захотели выставить свою тачку и даже не задумываетесь о том, что багажник-то весь могут вынести. Ведь в голове одно, что вот это что-то новое, прикольно, сейчас создам объявление, люди будут кайфовать, кататься и так далее. Я вам больше скажу, даже я бы вообще напрочь забыл о том, что сдавая тачку в аренду другому игроку, он получит доступ к багажнику. Так что, ребята, аккуратнее с этим и перед тем, как создавать объявление, обязательно проверьте, что в тачке не лежит что-то очень дорогое. Ну а лучше вообще вытаскивайте все. А теперь информация для тех, кто захочет воспользоваться этим и ему вообще пофиг на моральные принципы. Я уверен, что после данного видеоролика администрация проекта возьмет это во внимание и будет выдавать, возможно, какие-то временные блокировки и изымать имущество тому, кому пришла мысль вынести чужой багажник. Так что, ребят, этим заниматься я вам точно не советую. Ну а я по-прежнему надеюсь на вашу поддержку. Давайте занесем ролик в рекомендации совместными усилиями. А всего лишь-то нужно лайк, подписка и комментарий. Ну и, конечно же, я подведу итоги прошлого розыгрыша на 2000 Majesty коинов. И победителем становится вот этот вот счастливчик. Поздравляю. И для того, чтобы забрать этот приз, напиши мне его ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Ну а я, в свою очередь, буду потихонечку заканчивать. И не забываем, кстати, про розыгрыши. Обязательно подписка, лайк и комментарий. Ну а с вами был Москвин. Желаю всем добра и позитива. Всем удачи и пока.